Слава тебе, Господь Святой! Приветствую, братья и сестры! Добрый вечер всем! Сегодня у нас 26 мая, и это День независимости Грузии. Вот решил вечером как раз эфир посвятить молитве за Кавказ, молитва за Грузию, в частности, да, ну и за весь Кавказ, конечно, да. Народы Кавказа, благословляю во имя Господне. Да, слава Богу. Да, Вячеслав, Бытие, 37 глава. Иосиф получил сны от Бога, братья, яма, рабство, жена, Патифара, тюрьма, годы, пример, согласие, родни. Гелена, доброго вечера, да, добрый вечер. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Благослови сегодня нас, детей своих. Благослови сегодня миром своим, шаломом. Аллилуйя. 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 Да, молюсь сегодня за Грузию, молюсь сегодня за Кавказ. Грузия – это сердце Кавказа, это самая сердцевина Кавказа, и не только географически, вообще и духовно. Весь Кавказ живет Грузией, да, вот тем пробуждением духовным, которое там происходит. Да, спасибо тебе, Господь, уже много столетий подряд имя Иисуса Христа прославляется. Аллилуйя, да, на горах Грузии. И сегодня молю о том, чтобы Господне имя еще более было прославляемо во всех народах Грузии. И во всех народах Кавказа, конечно, да. Кстати, да, Грузия страна, одна из немногих стран, или даже единственная страна, по мнению многих исследователей, где не было никогда вообще вот такого государственного, как бы национального, такого антисемитизма. Вот, довольно очень интересный факт. Вот, потому что во всех странах, так или иначе, эта проблема, она была. Вот, и есть в Грузии, конечно, да, есть отдельные случаи антисемитизма. И были, конечно, и есть, и будут. Это, безусловно, в каждом народе есть разные люди, есть разные, да. Но в целом никогда не было еще. И вот, знаете ли, слава Богу, что не было. Вот, и Грузия гостеприимная страна. Я свидетель, я бывал не раз в Сакартвело, да, в стране Лозы. Для меня это само название, вот это само страна Лозы, это как вот указание или как вот такое пророческое такое, да, указание на Лозу небесную, на Иисуса Христа, Спасителя нашего Господа. Есть песня «Лоза». В традиционном православии ее, эту песню адресуют как бы к Богородице, к Матери Иисуса. Но на самом деле эта песня о нем, о Христе, о лозе небесной, которая растет прямо с неба. Да, не Мария лозой является. Нет, нет, ни в коем разе. Это воровство. Это плагиат и воровство. На самом деле, не о своей матери говорил Иисус, а о самом себе, говоря, что он есть лоза. Спасибо тебе, Господь, за все. А мы виноградник Божий, святой виноградник.
А Бог наш, Святой Отец наш, виноградарь, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за великий виноградник, огромный виноградник. Благодарю тебя за прекрасную небесную лозу. Благодарю за Иисуса Христа, лозу виноградную. А ты наш виноградарь, Отец. Спасибо тебе, Господь Святой, спасибо тебе. Благословенный Царь наш, благословенный Господь. Аллилуйя. 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 Да, молюсь и прославляю Бога, и благословляю именем Господним, да, и Грузию, и Кавказ, все народы Кавказа, все народы Грузии, и все народы нашей истрадавшейся земли, все народы и племена во всех странах, на всех континентах. А наипаче, конечно, да, снова и снова, паки и паки, как говорится, да, Израиль и Иерусалим благословляю. Аллилуйя. Благословений потоки. Да, из песни Возрождения. Да, спасибо, Господь, за благословений потоки. Благословений потоки Бог обещал ниспослать ближним, чужим и далеким, радость небесную дать. Благословения с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, Божьих потоков мы ждем. Аллилуйя! Божьих потоков ждем. Еще больших, то бишь, еще больших Божьих. Мы живем в Божьих потоках. Еще больших потоков ждем. Для всех народов. Для всех и вся. Да. Спасибо тебе, Господь Святой, спасибо. Спасибо, драгоценный, спасибо, спасибо. Благословения с неба нам льются дождем. Да, можно польются, но я обычно пою льются. Это точнее будет просто, это точнее. Да, с Богом. С неба нам льются дождем, падают капля за каплей, Божьих потоков мы ждем. Да, еще больших потоков мы ждем, Божьих. Благословений потоки все оживят, освежат, оживят. Нивы, холмы и дороги жизнью опять закипят. Благословенья с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, еще больших потоков мы ждем.
Да, Господь, Ты изливаешь потоки Своей благодати на всю землю. Господь Иисус Христос сказал, что дана мне, говорит, вся власть на небе и на земле. Аллилуйя! Поэтому по всей земле святится имя Господне. Над всею землею имя Иисуса прославляется, и всякое колено земных преклонится, как и небесных, как и преисподних, пред именем Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благодарю! Да! Спасибо, Господь! Спасибо! 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 Да! Благословения льются на Грузию! Благословения Твои изливаются на Кавказ, на все народы Кавказа и Закавказья. Благословения Твои изливаются на все народы нашей земли, на все народы мира, на все страны, государства, на все континенты. Спасибо Тебе, Святой, благословенный Царь наш. Аллилуйя. Благословения с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, еще больших потоков мы ждем. Аллилуйя! Благословений потоки, Господи, свыше пошли, в дом Твой веди одиноких, словом больных исцели. Благословения с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, еще больших потоков мы ждем. Благословения с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, еще больших потоков мы ждем. Аллилуйя! Аллилуйя! Благословений потоки Бог обещал не спослать ближним, чужим и далеким, радость небесную дать. Благословения с неба нам льются дождем, падают капля за каплей, еще больших потоков мы ждем, все больших и больших потоков мы ждем. Ожидание славы Божьей, еще большей славы Божьей. Аллилуйя! Еще больших потоков мы ждем. Лариса, да, до благословенный вечер, да. Добрый вечер, благословенный вечер, да, друзья. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благослови народ свой миром. Благослови, Отец, благослови, Святой, благослови. Аллилуйя! Благослови, благослови. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, перед Тобой в благоговении предстоим. Слава всемогущему Богу! Он был, Он есть и вновь грядет. Слава вся всесильному Богу!
во веки веков. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, благодарю Тебя. Благодарю. Благоставляю имя Твое святое. Отец мой, Бог мой, Царь мой, Владыка мой, любимый мой, любящий, любящий меня Бог, любимый мой Господь, спасибо Тебе за все. Ты есть любовь, любовь Бога Отца, как мы говорим, да, любовь Бога Отца, так и есть. Я говорю любовь, подразумеваю, да, мой Бог, Отец мой, Царь мой. Я говорю Бог, подразумеваю любовь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо за все. Благослови народ свой миром сегодня. Да, всех любящих Тебя, Тебя боящихся по всему лицу земли, Господь, благослови. Аллилуйя. Церковь свою. Ты хранишь, Господь, церковь свою по всему лицу земли. Благослови сегодня в Грузии церковь, да. Благослови сегодня и в Грузии, и в других странах всех, да, в странах Кавказа и всего мира. Благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим, Господь, мессианские общины, благослови, Святой. Благослови. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Благословени потоки, Господи, свыше пошли. Так и есть, как мы поем, действительно, да. Мы ожидаем еще больших и больших этих потоков благодати Твоей. И еще больше, все больших и больших этих потоков величайшей благодати Твоей, изливаемой уже 2000 лет. На все народы земли. Слава Тебе, Святой. Друзья, братья, сестры, добрый вечер всем. Благословенный вечер. Вот, и сегодня, да, вечером молюсь за Грузию, в первую очередь, конечно, да, сегодня за Грузию молюсь. Почему? Вообще 26 число мая ежегодно в календаре нашей церкви обозначено как вот День независимости Грузии и молитва за Грузию, за Кавказ, за все страны и народы Кавказа, да, и, ну, в первую очередь, конечно, за Грузию, собственно, именинница. И молимся за Грузию, молимся о духовном пробуждении Грузии, молюсь сегодня за нашего епископа Иоанна, там в Грузии, Зураба, за Риваза, Давида, за всех братьев и сестер всех, епископа Русудан Гоцеридзе, и всех братьев, сестер, дружественных церквей всех, митрополита Христофора, я не знаю, сейчас, ну, всех там, очень много братьев, хороших братьев. Вот, и Господь да благословит сегодня всех их. И пусть Бог то пробуждение, которое сейчас в Грузии происходит, пусть это пробуждение Бог, Он разольет по всему Кавказу, по всем народам Кавказа. Грузия – это сердце Кавказа, друзья. Это действительно сердце Кавказа. Вот, и пусть Господь совершит чудо. Еще больше и больше это пробуждение народов Кавказа, да. В Грузии и через Грузию. Спасибо Тебе, Господь, спасибо за все. Благодарю Тебя. Благослови сегодня братьев всех наших там, Господь. Усмотри, Господь, поездку в Грузию, усмотри служение на Кавказе. Потому что, да, планы наши, но самое важное, Божьи планы, чтобы осуществились. Действительно, да, Божьи планы должны быть. Но молитва наша продолжается.
Даже если телом отсутствую в Грузии, то духом присутствуя молюсь, благословляю Кавказ, благословляю Грузию. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо. Спасибо за все тебе. Благодарю тебя. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Да, слава всемогущему Богу. Ты был, ты есть и вновь грядешь. Слава вся всесильному Богу во веки веков. Слава всемогущему Богу. Он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Аллилуйя. Да, Господь, спасибо тебе за все. Благодарю тебя. Благодарю. Аллилуйя. Господь, благослови сегодня всех нас, благослови сегодня и братьев наших в Грузии сегодня благослови. Боже, и в Руставе, и в Тбилиси, и в Цароване, и во всех, да, городах, селах. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Усмотри поездку, Господь, благослови и материально-техническую сторону. Да, Господь, да. Да, 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 да. Благослови. Благослови народ свой. Аллилуйя. Отец Небесный, мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего омытый кровью перед тобой в благоговенье предстоим. Слава всемогущему Богу. Ты был, ты есть и вновь грядешь. Слава вся всесильному Богу во веки веков. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, слава тебе, Господь Святой. Благослови, Господь. Благослови, Господь Святой. Аллилуйя. Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит? Господь, исцели человека во имя Иисуса Христа. Исцели, Господь, прикоснись к его голове, Господь, прикоснись к нему, Господь. Да, молюсь за всех, кто нуждается в исцелении сегодня. Вот, молюсь за Тулу, землю тульскую благословляю во имя Иисуса Христа, во имя Господне. Да, благословляю всех вас, дети Божьи. Вот. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Благодарю. Спасибо тебе. Знаешь ли ручей, что бежит
За креста, где умер Христос. Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий и слез? Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей. Ей я сделан снега белей. Позабытый вечным отцом. Да. Кровь свою Христос проливал на кресте с терновым венцом. Не напрасно он пострадал. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей. Ей я сделан снега белей. Аллилуйя! Я пришел на призыв Христа, Он источник жизни моей. В нем спасенье вся полнота, им я сделан снега белей. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Слабый и усталый мой дух мира, счастья долго искал, как овце заблудший пастух. Мой Господь пришел и мир дал. Аллилуйя! Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Духом я люблю созерцать со креста текущий ручей. Льется в нем для всех благодать, им я сделан снега белей. Да, 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 да. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Да, Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. Благоставляю имя Твое. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава и хвала. Да. Спасибо, Господь, Тебе за все. Да, дети Божьи. И сегодня утром читал я из 7 главы Евангелия от Иоанна, вот, о Духе Святом, то, что Иисус говорил на празднике Кущей, на празднике Суккот. Это праздник, ну, во-первых, это праздник самого Господа Бога, да, осенний праздник. Вот, осенью будем праздновать. Даст Бог. Вот, и это осенний праздник Господа Бога. Да, во-вторых, это праздник Израиля, конечно, да. В-третьих, это праздник всех народов.
действительно приношения, жертвоприношения этого праздника были для всех, за все народы земли. И молитва в этот праздник за все народы земли. Этот праздник еще будущего, он еще не исполнился. Ему еще должно исполниться будет. Вот. И в дни Машиаха, в дни тысячелетнего царства Христа, вот, мы говорим, гряди, Господи Иисусе, однажды Он придет на самом деле, да вернется наш Спаситель. И в дни тысячелетнего царства из Грузии, и со всех стран мира люди всех национальностей, всех культур будут приходить на поклонение Господу Богу Саваофу. Будут приходить на праздник Суккот, именно как раз, да, самая кульминация, собственно, самая кульминация празднества, это как раз поклонение Богу, да, всех народов земли. Да. Ольга пишет, да, добрый вечер всем, а что это за на самоваре у вас, интересно? А, это ж я повесил шапку свою кавказскую, которую купил на Кавказе. Вот, молюсь сегодня за Кавказ, сегодня День независимости Грузии, вот, и сегодня молитва у нас и в церкви, но я не в Киеве у себя, не в церкви, но вот здесь молюсь за Кавказ, молюсь за Грузию, за все народы Грузии, за все народы Кавказа молюсь. Вот, а шапка эта, да, это напоминание как раз вот о Грузии и о Кавказе, потому что служение на Кавказе, оно такое, очень весьма специфическое служение на Кавказе, да. Действительно, это разные народы, это очень разные народы, это разные племена, это разные языки, наречия, вот, и когда, вот, кстати, это я купил эту шапку у одного карачая, еще в Карачаево-Черкесии, и он очень мастерски делает эти шапки, мне очень понравилось. Я у других мастеров тоже смотрел эти шапки кавказские, я хотел себе купить шапку кавказскую, но не знал, какую купить. Там много мастеров есть, очень хороших мастеров, которые приготовляют эти шапки, изготовляют их из шкур животных. Вот, и вот один мастер, он сам карачай, и возле Черкесска, он как раз, и вот у него бизнес там, мастерская такая, вот сам карачай возле Черкесска. Вот, и у него покупают и черкесы, и карачай, и так вот, кто приезжает, чечены приезжают. Очень хороший мастер, и у него разные шапки, в основном белые такие, черные есть, и вот одна вот такая висела, она висела в стороне, и мне захотелось именно эту шапку, и значит, и, но она дороже была, чем другие шапки, это из такой редкой козы, горной козы сделано. Таких мало там этих шапок. Вот, у него только тогда в наличии одна только оставалась эта шапка. Вот, и я там приценивался, вот, и, значит, можно было такую купить, такую, но я вот все хотел эту купить. И в конце концов, да, я ему рассказывал о своем служении. Он видел, что я в рясе приехал, с груди священник. Он сам мусульманин, карачай. Вот, и разговорились, я общался с ним, и, слава Богу, он, да, пошел навстречу, вот, сделал хорошую скидку, вот, и я в итоге купил эту шапку у него, благословил его, помолился за него тоже, вот, он очень смиренно принял молитву, да, значит, и повторял молитву тоже со мной, обращаясь к Богу во имя Иссы Масиха. И я объяснил ему, что Исса Масих, Иисус Христос, это не просто пророк, это Спаситель мой, Господь мой. И говорю, если хотите помолиться, тоже помолитесь вместе со мной такой молитвой сейчас, именно призывая имя Иисы Аль-Масиха. Вот, и он помолился со мной этой молитвой, согласился. Ну, уже старый карачай, он вернулся из ссылки, там, ну, из их депортации была в свое время, этих народов.
и он уже на своей земле, вот, значит, и он вот изготовлял эти шапки. Вот, и я в этой шапке проповедовал там и бывал в разных аулах, в горных этих селениях, и высоко в горах, и, ну, и в долинах, конечно, да, тоже. Вот, проповедовал в рясе, вот так с крестом на груди, в рясе и вот в этой шапке. Поэтому, да, для меня это миссионерская моя шапка. Она у меня висит обычно здесь всегда. Я смотрю на нее часто, и для меня это как такая, что ли, как визуализация, что ли. То есть я, значит, смотрю, и для меня это напоминалка такая, напоминание о молитве за Кавказ. Ну, конечно, молясь за Кавказ, я молюсь в первую очередь, конечно, за Грузию. И вот сегодня День независимости Грузии, сегодня именно непосредственно молитва за Грузию и за все народы Грузии, за все народы Кавказа. Да, Андрей пишет, да, избранным святым по предведению Божию, при освящении от Духа и кроплению кровью Иисуса Христа, очищенным Отцом, ветвям целомудренным и прославленным светящим светом истинным, сынам Божьим радоваться. Ух ты, как красиво, а? Очень красиво. Слушайте, я это даже сейчас вот как раз. Это ж все из Писания. Да, очень даже хорошо. Вот я это себе тоже запишу себе. Красиво и сохранилось хорошо. Да. Хорошая выделка, очень хорошая. Это вот он взял эту горную козу, рассказывал, как вот он шкуры выделывает, приготовляет, да. Гелена, вам хороша эта шапка, да. Вот. Мне тоже нравится. В ней что хорошо, когда жарко, в ней прохладно. Когда холодно, в ней тепло. Она такая очень хорошая. И там в горах, высоко в горах, допустим, бывает утром выезжаешь, допустим, холодно, потом днем жара стоит страшно такая, прям высоко в горах. Солнцепек такой, аж печет. Потом к вечеру снова холод такой, притом зуб на зуб не попадает. И вот я заметил, что в такой шапке очень хорошо, очень комфортно. И ночью, и днем, и вечером, и утром. Если жарко, в ней прохладно, свежо. Если холодно, в ней тепло. Вообще здорово. Так что я не раз этого Карачаева вспоминал. Мохаммада, да, значит, вспоминал хорошим словом. Пусть Бог благословит его, и дом его, и бизнес его, дело его. Там, кстати, в Карачаеве. И Черкесский, да, и в самом Черкесске я проповедовал там. Вот, слава Богу. Есть хорошие воспоминания. Так что молюсь за Грузию, молюсь за Кавказ сегодня. И шапка для меня это напоминалка такая, да, напоминание. Вот о молитве за Кавказ, молитва за Грузию. Спасибо, спасибо тебе за все. Спасибо. И вот о Духе Святом Иисус сказал. О чем сегодня утром я говорил, это из 7 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорил интересно очень, что, кстати, да, вот, что реки воды живой будут течь в жизнь вечную. Друзья, и сегодня, знаете, как вот на Кавказе, как в Грузии, допустим, по Кавказу, горные речки, как они текут, они просто скалы разбивают, они все пробивают вообще. Вот, и когда эти горные речки я смотрел, да, то вот вспоминал эти вот реки воды живой, текущие в жизнь вечную. Реки воды живой. Аллилуйя. Слава тебе, Господь Святой. Благодарю тебя. Благодарю. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец Небесный, мы с любовью за все тебя благодарим. Мы сына твоего, омыты кровью, перед тобой в благоговении предстоим. Слава всемогущему Богу! Ты был, ты есть и вновь грядешь. Слава вся всесильному
Богу во веки веков. Аллилуйя! Слава всемогущему Богу! Ты был, ты есть и вновь грядешь. Слава всемогущему Богу во веки веков. Аллилуйя! Все народы, все племена прославляют Господа Бога Святого. Аллилуйя! Над землей всей один Господь, Иисус Христос, в моей жизни один Господь, Иисус Христос. Над землей всей один Господь, Иисус Христос, в моей жизни один Господь, Иисус Христос. Бог лишь один во всей вселенной, Иисус Господь для всех. В Его имени для нас спасенье, Иисус Господь для всех. Аллилуйя! Над землей всей один Господь, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! Да, благослови сегодня Грузию, Сакартвело. Само название Грузии, да, Сакартвело. Картули, да, Сакартвело. И благословляю народы Грузии. Благословляю всех. Во имя Иисуса Христа благословляю. Слава тебе, Святой, слава, слава и хвала. Аллилуйя. Благослови, благослови. Спасибо тебе. Спасибо, дорогой Господь, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Царь славы, спасибо тебе. Да, Господь, и эта шапка, Господь, она действительно мне напоминает, да, о Кавказе, о Твоей любви к Кавказу, о Твоей любви к народам Кавказа, о Твоей жертвенной любви, Господь, о крови святой, которая омывает народы Кавказа. И на горах Кавказа, как в Грузии, мы, когда, куда бы ни поехали в Грузии, в какой бы регион Грузии ни поехали, везде на горах кресты эти стоят, как напоминание о Голгофской жертве Христа. И люди мимо храмов проезжают, проходят, все крестятся, да. Вот, и там, я удивился, такого даже в Западной Украине такого я не видел. Маршрутку, допустим, даже в Тбилиси, даже в столице, в Тбилиси, автобус, там, микроавтобус проезжает, допустим, мимо храма, и все крестятся в маршрутке, вообще все. Вот это да, троллейбус проезжает, в троллейбусе все крестятся. Это даже в столице. Про провинцию вообще не говорю. То есть вот люди очень набожные, люди очень религиозные. Ну и в хорошем, и в плохом смысле, смыслах этого слова. Но самое интересное, вот это вот потрясающее пробуждение, потрясающая жажда. Где бы я ни говорил о Христе Иисусе, люди слушают внимательно, многие плачут, начинают плакать. Сердца, с одной стороны, очень мужественные люди, да, очень сильные люди. С другой стороны, очень мягкие внутри. И когда благодать, вот это касается Духа Святаго, люди плакать начинают. Это удивительно просто. Спасибо тебе, Господь Святой. Старики плакали, да. И я рассказывал людям о Христе, проповедовал, свидетельствовал, молился за них, за беженцев, за разных очень людей, там очень разных. На Кавказе очень много на разных народов. Молился за все народы фактически, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И сегодня, да, благословляю народы Кавказа, благословляю Грузию, благословляю, да. А пусть буду в шапке даже, да. Пусть будет в шапке. Да, спасибо, Господь, спасибо. У меня
сегодня молитва за Грузию, молитва за Кавказ. Над землей всей один Господь, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос. Друзья, и сегодня совершаю причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Благодарю Бога живого за милость и благодать Его. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Отец, кстати, на грузинском языке это мама. Мама, 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 мамо, мама. И там в Грузии отец Сергий это мамо, мамо Серго. Мамо Серго, мамо Серго, да. Так что раньше пели, все может, папа может, все что угодно, только мама не может быть. В Грузии я понял, в Грузии и мамой папа может быть. Вот так вот, называться, по крайней мере, мамой. Да, а мама это деда, 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 да. Вообще, грузинский язык, вот если псалмы послушаете, я скажу так, что я слышал разные народы, певучие народы, разные народы воспевают Господа. Но когда прославляется Господь Иисус на грузинском, грузинами, на разных языках, есть запись, я ее слушал много раз, переслушивал сотни, если не тысячи уже раз. Это записи богослужения и в Святе Цхавелле, и записи богослужений, когда литургии и в Тбилиси, и в Мцхете. Очень интересное служение. И записи служения, когда Папа Римский приезжал, особенно меня потрясло, когда встречали Папу Римского в Грузии, то пел хор, там, ну, хор, это понятно, да, а мальчик пел, девочка там, и один священник пел, и хор подпевал. И они пели, ну, там на грузинском пели, а еще пели песню на еврейском языке, пели на арамейском наречии. Вот, потрясающая запись. Я, наверное, ее выставлю, ну, попозже чуть, у себя на Фейсбуке, на странице своей выставлю ее снова. Просто она настолько трогательная, настолько ее просто тысячи, ну, сотни, многие сотни раз, да, ты говоришь, даже тысячу, наверное, уже прослушивал эту запись, и другие записи схожие. Вот, и знаете, какой рай, какое царство Божье без Грузии? Невозможно представить, просто невозможно представить. Как и без любого народа земли, без любой страны земли. Во всех странах, во всех народах есть какие-то изюминки, которые, какие-то свои сокровища, которые они принесут пред лицо Всевышнего Бога. Грузия – это в первую очередь, конечно, пение, это прославление, это хвала Богу. Грузия – это пение. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. И сегодня со всеми святыми прославляю Тебя. Благослови народ свой миром сегодня. Благослови детей своих. Благослови, Отец, благослови. За Голгофу, за кровь. Возьмите себе хлебушка. Возьмите себе немного хлеба.
Налейте себе сока или просто воды. Хлеб, вино – это прекраснейшие образы, тело и кровь Иисуса Христа. И я в последнее время просто использую хлеб и воду беру. Потому что когда там на свадьбе той закончилось вино, то Иисус сказал, просто налейте воды. Не парьтесь, налейте просто воды. И он, кстати, совершил первое чудо свое, да. Задокументированное. Первое чудо описано в Евангелиях. Да. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословенный Царь наш, благословенный Господь. Спасибо. Спасибо, спасибо. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Аллилуйя. За жизнь вечную, за жизнь бесконечную. Аллилуйя. За жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Андрей пишет здесь тоже, да, именем Бога Всемогущего, Иеговы Рафа. А, Иеговы Рафа, да Господь Целитель. Духом жизни, силы, исцеления и ранами Иисуса, и именем Иисуса Христа. И огнем славы будь исцелен, Сергей. Кашель, прочь. Простуда вон, прочь, полностью до конца исцелись. Аминь, аминь. И Катя пишет, аминь. Роза пишет, здравствуйте. Дорогие друзья, я тоже в удивлении от грузинского пения, невозможно передать, да. Просто небеса открываются моментально, не знаю, я слушаю грузинские песни, старые песни многие, старинные песни, и просто небо для меня сразу открывается моментально, прям буквально, с первых же слов песен. Благодарю, исцелен я кровью Христа, Господь, принимаю Твое божественное исцеление. Благодарю Тебя, Святой Израилев, аллилуйя. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь, Царь мой, Владыка мой, брат мой и друг мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой, общение мое с Тобой, о Дух Святой. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя. 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 Тело Христа. Аминь. Кровь Иисуса. Аминь. Господь, верую и исповедую, Господь. Иисус Христос. Мой Господь, мой Спаситель.
во веки. Во славу Бога Отца. Аминь. Исцелен я кровью Христа, телом ломимым на Голгофе спасен навеки, навсегда. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава тебе, святой, слава, великий Бог наш. Аллилуйя. Благодарю тебя, благодарю. Над землей всей один Господь, Иисус Христос. В моей жизни один Господь, Иисус Христос, Иешуа, Хамошиах. Амен, амен, амен. Аминь. Слава тебе, Господь Святой. Слава, слава. За твое божественное исцеление. Слава. Аллилуйя. За спасение твое. Слава. Аллилуйя. Смерть Господню возвещаю, да, и самому себе, и вам всем, братья и сестры, и всему миру возвещаю смерть Господа Иисуса Христа на Голгофе, на кресте, как величайшую победу, аллилуйя, величайшую победу нашего Спасителя Господа, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. 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 Аминь, аминь. Аминь. Благодарю тебя, Господь, благодарю за победу твою. Мы победители. Потому что ты победитель. Ты победитель, потому что мы победители. Да. И я это знаю, что ты победитель, потому что я победитель в тебе, да. Знаменитая грузинская гамарджоба. Ну, это как приветствие такое, здравствуйте, да. Но мало кто знает, что гамарджоба, это слово, оно произошло от более древнего слова, гамарджвеба. Гамарджвеба, значит, победа, или мы победили, или я победил, или мы победители, или я победитель. Можно по-разному там сказать. То есть, ну, буквально победа. Гамарджвеба. И когда Грузия была еще в глубокой древности, была врагами часто захвачена и порабощена, приходили враги, сжигали все, убивали всех, и грузины спасались высоко в горах. Не от хорошей жизни многие высоко в горы лезли. Не от хорошей жизни. Спасая своих жен, детей, стариков, уходили высоко в горы и там спасались. Потом снова приходили в долины и снова высаживали виноградники, возделывали землю. Потом снова уходили. Жизнь заставляла, снова уходили в горы. Многие так остались в горах. Высоко. Многие вернулись потом в долины. И вот такая Кахетия, очень плодородная долина. Там земля такая жирная, ее хоть на хлеб маш. И там говорят грузины сами, что кахетинцы говорят, что Кахетия, земля наша такая, что палку воткни, она зацветет. Спасибо, Господь, за Кахетию, спасибо за Сванетию, за все регионы Грузии, да, спасибо тебе, Господь. И когда враги истребляли Грузию, то и не было победы у Грузии, было одно поражение. И так продолжалось больше столетия,
Но самое интересное, люди не унывали. Ну, может, немного унывали, но в горах, спасаясь от врагов, встречаясь друг с другом, они говорили: мы победили. Победа. Хотя больше столетия, полтора столетия, больше, они не видели победы. Одни были лишь одни поражения, но они, встречаясь друг с другом, говорили: Гамарджвеба! Гамарджвеба! Победа! Несмотря ни на что, хотя все говорит об обратном, все, враги уже торжествовали, говорили: Грузии больше нету. Остатки грузинских народов прячутся высоко в горах, и они истреблятся, они вымрут. Но, встречаясь друг с другом, грузины, несмотря ни на что, говорили: Гамарджвеба! Победа! Победа! И самое интересное, слово веры. Очень хорошая иллюстрация. Однажды они победили. И на самом деле они воскликнули: Гамарджвеба! Но после той победы вот это выражение, оно постепенно трансформировалось в Гамарджоба. Гамарджоба. Но мне нравится вот это старинное Гамарджвеба. Слава тебе, Господь Святой! Благодарю тебя за победу твою. Ты победитель, и побеждающий наследует все. Слава тебе, Святой! Гамарджвеба! Аминь. Аминь. Аминь, аминь. Благодарю тебя, Господь, за причастие пречистых твоих таинств, тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поздравляю всех вас, люди добрые. Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю Грузию сегодня, сердце Кавказа. Благоставляю все народы Кавказа. Благоставляю все народы нашей земли и страдавшиеся. Потому что вся тварь, все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим. Во имя Господне благоставляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехеха Адонай ве ишмареха, Яхер Адонай панав элейха вихунекха, Исах Адонай панав элейха, ве яселеха шалом, бешем Иешуа ха-Мошиах, во имя Иисуса Христа. Амен, аминь. Аллилуйя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Гамарджвеба. Аллилуйя! Мы победители, потому что наш Господь победитель. Да. Гелена, да, грузинский хор, монолит, единство голосов – это нечто. Да, единство духа – это сильно. Андрей пишет: Иисус, Царь, Господь и Владыка, живой и оживляющий нас. Аминь. Да, Виктория, добрый вечер, шалом с Израиля. Шалом, Израиль. Роза, да, старинное произношение лучше. Да, мне тоже нравится очень. Вот, я думаю, в этот раз Бог усмотрит в Грузии быть, то хочу с Зурабом провести некоторое время, как раз вот по урок такой взять у него, именно старых грузинских этих слов, старых грузинских терминов. Они очень такие сильные, очень духовные такие термины. Катя пишет: аминь, присоединяюсь к благословению. Аллилуйя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. 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 С Богом, друзья. Мир вам. Мир всем. Гамарджвеба. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.